Воды к нам, воды к нам. Если я не выживу... Сейчас, что придумал. О, с воздуха! Прямо рядом со мной было... Думаю, что после такого превью вы точно захотите посмотреть весь ролик. Что ж, смотрите до конца, и вы узнаете, чем закончился этот ад. Приятного просмотра. А история начинается с того, что мы просыпаемся и, собственно, готовимся к разведке на пустыню, потому что там что-то странное в последнее время творится. С вашего позволения, дальше без комментариев. Ну что, рассвет. Самое время выдвигаться. Мария, разведка. Все взял, еду взял. Посмотрим, как себя покажут наши ребята. Эй, если есть кто в Уотерклиффе, вперед на вертолет. Подъем. О, пилот очнулся. Доброе утро, сэр. Да, раннее доброе. Позавтракал? Так точно. Тогда вперед. Сегодня у нас будет очень важная миссия. Мы полетим в неизвестность. Сел? Можем отправляться. Летим на Марию, сынок. Я так полагаю, у нас будет разведка в прям глубь-глубь? Да. Принято. Надеюсь, наши техники хорошо отслужили все самолеты. Да, техника подготовлена на ура. Это радует. Как они это вообще, блядь, умудрились сделать? Утро доброе. И вам, лорд, и вам. Хотя она у нас вообще не добрая. Я еды привез. Сейчас. О, ну вот это да. Ура! Куда загружать еду? В контейнер какой-нибудь, а лучше, думаю, холодильник, но не могу сказать точно, где он установлен. Сейчас в ящик запихну. Вот. Не, вот это, кстати, которая спереди, она нормальная. Сейчас я ее заправлю, тогда ее отгоните, и следующую отгоните, который, ну, любой из вот тех двух. Сигнальные пистолеты, вооружение с собой взяли? А у меня нету. Конечно, милорд. Нету. Там есть винтовка. Герберт, если хотите, можете взять на всякий случай. Да, если бы я сейчас узнал, как ей пользоваться, было бы здорово. Как там говорится, просто. Видишь противника, нажимаешь на курок. Только бой предстоит воздушный, думаю. Мало ли. Сплюньте, милорд. Сплюньте. Это да. Так. Заправка под шлюз подсоединен. Угу. Сэр Гота. Приветствую, господа. Доброго вам дня, Ишимура Сама. Приветствую, Герберт. Ого. Требуется ли вам заправка? Баки почти полные. На полный и нет, хватит. Солидная авиагруппа. Да. Я смотрю, ты пошуметь решил. Ну как пошуметь? Разведка есть разведка. В пустыне. Да. Похоже на что? Похоже так. На одну из рыб, которая водится в наших морях. Да кто опять коннектор-то выключил, господи? Форм, сейчас прости. Да? Я вот тоже на обновке прилетел. Только завод.
Выглядит, конечно, странновато, но интересный концепт. Очень легко садиться на воду. Угу. Ты с нами в авиагруппе двинешь? Да, в принципе, могу. Двадцатки есть? Есть. Не, буквально 4 магазина. Кстати говоря, боги говорят, чтобы летели быстрее, а то непогода намечается. У меня с собой 3 сейчас, вот. Нормально, мне хватит. Я готов к взлету, как только слетите, выйду на полосу, нагоню. Я готов, АП. Я иду на АП. Давай, а, кто второй на АП? Сэр Айзек, самолеты... Сэр Айзек, на Жаке, пусть он ведет другое звено. Принято. Так, ну тогда в таком случае я АП-40. Кто второй на АП-40? До цели 26 километров. Внимание, обнаружено фарсиконное укрепление, 6 зенитных орудий, дистанция 10 километров на 340-й азимут. Еще один форт. Плотно стелет. Томас, это время для ваших бомб. Да. Турели, пушки в боевой режим. Принято. Перевожу пушки в боевой режим. Иду на цель. Третья мидо 6 минут до цели. Что-то далековато, ребята. Лечу уверенно. Скорость очень хорошая. Так, по-моему, ваш рацию ловил только что. Засек вас, ребята. Беру выше. Я лечу в отдалении некоторым, так что. Буду набирать высоту до 3500, чтобы бомбы хорошо скинуть. Принято. Буду держать ниже, чтобы оценить все последствия бомбитания. Я так понимаю, это у ведущего. Антенна включена. Да, двигаюсь отдельно, к сожалению, от группы. Третий, четвертый. Давайте замутим привет из Оттерклифф. Открываю воздушный тормоз. Жду, пока у вас будет. У меня сейчас 12 километров. Медленно приближаюсь на 60. Принято. Обгоняйте. Скажите, когда у вас будет меньше 12. Третий, у меня меньше 12. Вижу контакты. У нас 11. У меня 11.50 уже. Второй 11 ровно. Все, принял. Идите на цель. Принято. Захожу на цель, принято. Идем на цель, которую отметил лорд. Не реагируем на другие красные сигналы. Принято. Так, для пикирующих бойцов есть точка, где можно укрыться, в принципе. Тут объект на скале, под нее можно нырять. Охренеть. Оно за горой или на горе? Оно на горой, прям на горе. Я буду сходить с... 2 километра до цели. 4 километра на цели, начинаю заход. Принято. Начинаю сброс. Поменял самолет, иду к вам. Черт, за мной хвост. Повторяю, за мной хвост. Тоже клин. По мне ведут огонь. Вижу. Есть, захватил цель. Становится очень жарко. Пушки заклинило. По мне попадание. Видимость почти нулевая, ничего не вижу. Так. Есть цель в 3,2 километра от меня. Захожу на нее. Происходит. А
Они хорошо летают. Подтверждаю. Произвожу пулевой ремонт самолета. Я сражаюсь с одним из них сейчас. Ну и что на подмогу? Один ушел куда-то на 4 километра вдаль вообще. С кем-то косится. Вы над координатами СОС? Да. Вот их пролетел, сейчас иду за кем-то, вот кто улетает. Прием, вылетаю на поддержку. Принято. Принято. АП-40-й? Так точно. Отлично. Второй жакей повредил. Вообще нет. Дали воздушный бой. Песчаная буря начинается? Она тут уже давно. А, я только влетаю в ее область. Иду пикирую на цель. Вижу, как один с кого-то преследует. Идет разворот на меня. Ухожу. Так, где ты, крошка? Вот ты где. Рэм, в какой вы стороне? Координаты его отправляю по нашим частотам. Принял. Внимание, опасная наземная цель рекомендуется к уничтожению. Маяк Крабс. Принято. А, знакомая вещь. Артиллерийская установка на то ли гусеничный, то ли... Твою-то мать, ребята. Что у тебя там, Гота? Fire Dragon атакует. Fire Dragon. О, я подлетаю. 8 километров. Давай. Кто там упал? Кто упал? Кто-то упал. Я упал. Я еще третий упал. Я еще лечу. Я без хвоста на земле. Сам живой. 50% топливный бак. Тоже 50% топливный бак. Накашиваю по врагу. Ухожу. Включил радиоантенну. Взлетаю в область боевых действий. Где кому нужна поддержка, пос? Кто такой темная лошадка? Я. А, сзади меня летает противник. Веду преследование за противником. Идет в сторону главной базы. Принято, идет за мной. Ухожу. Он у меня на хвосте. Начинаем набор высоты. Наблюдаю Fire Dragon. Сваливаюсь. Оу, мимо меня там что-то горящее пролетело. Напалм у вас поливает, господа. Ух! По мне идет! По мне! Живи, это было. Близко. Ты живой? Жив! У меня винты выбило. У меня выбило винты, я падаю. Прохилантер, мать твою. Пап! Я живой. Так. Полевой ремонт произведен, готов к взлету. Фух, так. А, так, открыть. А, я живой? Так, ладно. Разминулся со скотиной. У меня с собой только пистолет. Сейчас прикрою.
Черт, захожу. Понятно, два летающих самолета. Два самолета противника. Так я посмотрю, что мне выбили. Да, мне выбили два винта. Один полностью, второй еще живой. Починить мне. А, крут! Вижу. Так. Разворачиваюсь. Все отзовитесь, кто живы. Кроет, сука, двое на хвосте. Герберт Ланстер жив. Черт, что за... Метки на себя, ребята, метки. Третий жив. Секунду. Темная лошадка, иду на помощь. Ах, твою мать. Аккуратнее, не поднимайся выше линии. Так, даю метку на себя. Принц Ланстер. Вытащить меня сможешь, или у тебя одноместный? Одноместка, брат. Понял. У меня так, самолет как решето. Я могу попробовать зайти в крепость, но не факт, что там все нормально будет. Без пистолета не надо. У меня только пистолет с собой есть. Не надо. Суки, хвост кроет. Иду, как могу. Левый двигатель горит! Не надо, горит. Надо, чтоб летал. Я падаю! Уходи от них в пике! Ребята, падаю! Я пытаюсь, самолет уже практически не управляем! Я падаю! О, блин! Так. Сынок! Самолет практически не управляем! Прием, сын! Прием! Герберт, мать твою, ты где-то? Внимание, наземные цели. Герберт не отзывается. Последние координаты его где? Какой ебучий ад. Давай, родимый, давай, тяни. Походу на меня кто-то заходит. Какой пиздец происходит. Гербер передал координаты. Так. Отсиди, сука! Попытайся да, на меня доползти. Заходит эта тварь. Двигатель уже просто копотью издает. Пытаюсь зайти просто на ломпост вражеский. Внимание, подбил один вражеский самолет. А мне косит. А, так. Так выше в этом. Видимо, мне придется к сыну бежать. Давай. Сел, сука! Вижу тебя. Твою мать. Я подотакаю. Сейчас кто попробую вражескую стреляет? Зенитку взять. Да, я с тобой бегу. Это вражеский же ломпост? Да. Ну, значит, сейчас в гости зайдем. Внимание. Как полагается. Противника потерян один самолет. Подбил один самолет. Принято. В самолете обнаружена неисправность. Сам пушки заклинило. Лети на базу. Или сядь где-нибудь, и выйди из самолета и сядь в него заново. Принял. Ой. Ситуация говно, ребята. Да, господа, у нас есть некоторые говно. Проблемы. Какие? Точнее, их очень много. Внутрь зашел, антенны доступны к управлению. Произвожу экстренную посадку. Вижу несколько самолетов противника. Веду бой с Чайкой, прием. Принято, сейчас попробую захватить вражескую зенитку. Давай. Тут местные самолеты стоят. Вижу, можешь попробовать взять над ними управление. Я пока к зенитке. Форт вроде бы пустой. Блин, а как на него залезть-то? Я не вижу пилота в кабине Чайки. Как? Вот так. Пилота нет. Это я сел. Нормально? Так, мне нужно...
Ты сможешь открыть ворота? Сейчас попробую. Да, я выкачусь. Сейчас пока сейф спускаюсь, попробую зенитку под управление взять. Я перекрашусь. Я нашел где-то баллон с краской. Чисто ангарная желтый. Дверь. Да. Сейчас попробую по месту перепилить и открыть. Пушки в строю. Взлетаю. Порт с техникой, с зениткой, но без единого человека. Чё-то странное. Внимание, конёк, как могу вражеский самолет. Принято. Давай, давай, давай. Кто-нибудь давай, вышел давай. На связь с моим сыном? Пока нет, мы все... Это вон там точка управления. Все плохо, все плохо, все плохо. Интересно, но нет. Попал в бурю. Тут начинаю просто бурю, взлет. Очень долго. Я пока пытаюсь вражескую зенитку взять под управление. Да, взлетел. Твою мать, меня атакуют. Я, блядь, взлетел на борт, постой, мне ебашит их зенитка. Вражеской зенитки вижу, 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 пытаюсь взять под управление. Не вижу персонала на форту. Я тут закусился с одним. Критические повреждения самолета. Внимание, критические повреждения самолета. Падаю. Томас, Томас, вверху. Томас, вверху. Да, слышу тебя. Я закачусь на самолете и просто тараном пробью его. За империю. Давай. Я сейчас тут борюсь в воздухе с одним. Каком воздухе? Оу. Беру под управление вражеской зенитки, пытаюсь. По мне работает одна зенитка, я желтый. Вижу, 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 вижу. Пытаюсь взять под управление, пытаюсь. Все, я сбит. Кота и Шамура сбит, самолет потерян. Веду пехотный бой с противником. А, чайка, одна из чаек сильной победы жизни. Оу. А, короче, чайка, которая прям на целью, одна из, совсем без крыльев. Совсем без крыльев, повторяю. Прям над целью? Да, у нее еще антенна включена, она почти без крыльев. Принял. Вижу цель. Fire Dragon новый в воздухе. По мне что-то работает тяжелое. Fire Dragon, вижу, вижу. Сбил его, сейчас чайку попробую сбить. Давай. А! Пытаюсь вылететь из зоны бури. Чайка вражеского у меня вот тут сажается, или дружественная? Это я сейчас. Я летаю прямо над целью, 400 метров, 500. Села, села у меня, села у меня, в дружественной или вражеской? Села, села это, не знаю. У меня тут прилетает что-то. Ну, простит меня Господь. Жить, жить, я сказал. Давай. Ладно, понял, вручную. Я еще могу лететь? Могу лететь. Кто у меня сел, чайка? Давай, тяни, говно! Fire Dragon, блин, надо убивать. Я пробую захватить вражескую зенитку. Так, внимание, засек. Зенитка поворачивается на меня. Сейчас, у меня контакт, противник. Самолет не управляется. И иду к зенитке обрабатывать. Плохо контролится. Fire Dragon. Вижу, 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 вижу. Блять, блять, нихуя не успеваю. Сколько самолетов наших осталось? Один или два. Как обычно, я засел на вражеском аванпосту. Fire Dragon атакует аванпост. Fire Dragon. Да, Fire Dragon атакует аванпост, вижу. А почему? А я там тут веселюсь, господа. Я ой, блять. Я иду, успеваем это. Сука.
по мне шандарахнули. Аптечку использую. О! У меня, видимо, хвоста нет. Внимание, засек один, еще один самолет. Это сильно побит ваш. Это сильно ваш побитый. Так, на вам посту. Надо отключить турели. Задачка. Так, есть. Иначе не стреляй. У меня самолет не слушается. Вы на вам посте. Вы на вам посте, Кота. Крыла нет. Прием. Вижу. Спасибо. Не факт, что уничтожено полностью. Сейчас еще надо. Стой. Давай, работай. Сломано. Крыла нет. Падай к нам на вопрос. Если я не выживу. Оружие есть. Тут самолеты есть. Тут самолеты, надо с зенитками что-то придумать. А Гота, нужно взять ручное управление с зенитками. Я живой каким-то хреном. Доступ запрещен. Куда что? Я пытаюсь, нашел центр управления. Перехватываю. Сейчас пытаюсь сломать замок, сука, грубым методом. Ну вот тут все, Гота, грубыми методами. Берите. Так. Fire Dragon только вдалеке. Вылететь. Ай, что-то по мне работает. Или кто-то. Сука. Последняя аптечка уже осталась. Так, я где-то посреди, блять, ебучей пустыни. Так, не удается получить доступ к туралям. Возможно. Блять, что тут? По вам, Джон. Панам! Где ты сейчас в хуйне? Хватай самолет, мать твою. На, держи, сука, тебе в пропеллер, мудила. Блять. Который? Захватываю самолет. Веду оборонительные бои, сука. Так, блять. Давай. Может, сами успеем пушку поставить. Надо где-нибудь отговориться. Ну, мне кто-то... что? Не вижу, это внутри... Надо перепиливать пушки, твою мать. Я где-то, блять, посреди каньона пустого. О, надо мной что-то пролетело. Кажись. Сверху человек, вражеский пилот. Ох, прям рядом со мной было. На той вышке. Меня атакуют. Штурмой. Так. Пытаюсь по лестнице лезть, тупая идея. Все, кто может, отходите на базу. Ой, так. Сюда попытаться надо залезть. Так, Айзек, если ты выживешь, а я нет, я тебя на всякий случай ставлю дворянином. Свяжись с... Ох, я еще живой. Томас, не умирать, сука. Хорошую хуйню нести, Томас. Мы с тобой еще не все. Меня на всякий случай информирую, если вдруг что-то случится, мало ли что, а мой сын уже на связь не выходит минут 20, наверное, я не знаю, что с ним, не хочу наговаривать, но есть ощущение, что что-то, блядь, не так. В общем, если что-то случится, ты, дворянин, свяжись с... в замке найди моего советника. Поверь, найдешь, он поможет. Все определится и все по документам. Томас, не время для таких, сук. Гота, перехватываем управление турелью. Бери турелью, я пока обороняюсь. Ой, сука, ебошит! Я обхожу. Я вижу, как эта штука по вам работает. У меня с собой только, блядь, пистолет. Тут есть автомат. Я от вас в 3 километрах. Пиздец. Тут есть самолеты, я могу попробовать выгнать их. Эта хрень снова идет на меня. Снова заходит на меня. Я прячусь. Сейчас постараюсь по нему из пистолета сработать, но... Блять! Штурмовую вышку, внимание, штурмовую вышку пехотную. Эта хрень снова сработала. Она по мне, походу, из пулеметов гасит. Сейчас, видимо, будет на второй круг заходить. Я пока еще живой. Против любая гора, что угодно.
Мне очень повезло, что тут крайне глубокий этот, как его, кратер. Я в нем вроде как прячусь. Так. Но из него мне выходить опасно. Это я сразу минус. Он уходит на 5 километров и походу идет на разворот. То ли на высоту, то ли хрен его знает. Кажись, да. Ребята, по-моему, новости немножко хорошие. Какие? Сейчас все будет, я, по-моему, смог захватить крупнокалиберную турель под свой контроль. Так, я его не вижу. И вот я не понимаю, то ли мне идти к вам. Но я к вам в любом случае не заберусь. Поэтому ожидаю здесь. Если можете, нужно выслать вертолет спасательный. Это ХС-6. Слышу что-то летит. Но где, хрен его пойми. Сейчас что-то приду. О, с воздуха! Прямо рядом со мной было. Гота, Айзек. Прием, я здесь. Слышите меня? Слышу, брат. Если со мной что-то случится, передайте, пожалуйста, родным, что я это... Что я люблю их. Вот. Ни хрень не неси, друг мой. Это мы тебя еще вытащим. Так, я вижу, что у вас разбитый самолет. Что ж, вот так порой заканчиваются хорошие и не очень истории. Возможно, мой перс был редкостным говнюком, но этого уже никто не узнает, ведь он погиб героем. Да, на нашем сервере такие правила, что если ты погибаешь в ПВП, каким бы ты ни был админом, не админом, твой перс заканчивается. И поэтому... Я начну историю нового персонажа, который будет не лордом, а вполне себе обычным чуваком. Наверное, я буду также играть за дом Ланстеров или еще что-то. А что касается этой истории, в конце концов, штурм закончился, Герберта спасли, вытащили, выходили, отправили в дом Ванслеров, и в целом... Вся остальная команда выжила, даже Гота и Шимура. А вот кем я буду в следующий раз? Моя квента уже новая лежит, вы можете зайти почитать и изучить. Спасибо, что смотрели. С вами был Бобчек. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.